Привет, это канал «Готовим дома». Сегодня я буду готовить хрустящие кабачки, консервировать их. Для начала мне нужно морковь помыть и натереть на крупной терке. Морковку я натерла на терке. Чеснок я почистила. Сейчас нужно его продавить через пресс. Вот чеснок мы продавили через пресс. Зелень, петрушку и укроп нужно помыть, обсушить и мелко порезать. Зелень я нарезала. Кабачки мы почистили. Сейчас кабачки буду резать кубиками. Насыпала сахар. Добавляю растительное масло. Добавляю соль. Добавляю уксус. Добавляю чеснок. Морковь. Все перемешиваю. Все я перемешала вместе с кабачками. Теперь это все нужно поставить в холодильник. Постоять на 2 часа. Периодически помешивая. Кабачки уже 2 часа постояли в холодильнике. Немного промариновались. Выделился сок из кабачков. Вместе с маринадом, там такой сок. Вот, и сейчас мы будем на медленный огонь ставить и варить до кипения. После кипения проварим. Я поставила медленный огонь. Перемешиваю. Кабачки буду укладывать в банку.